Сегодня под Днепропетровском стартует этнофестиваль «Сяйво». Проходить он будет 4 дня. Его отличительная особенность в том, что организован фестиваль в живописных местах ПГТ «Кировское». Его программа не оставит равнодушным никого. Она состоит из двух больших блоков. Днем это мастер-классы и воркшопы от знаменитых мастеров, а вечером концерты фолк-групп. Удивительно то, что один этнофестиваль может совмещать в себе такие разнообразные виды мастер-классов и мероприятий. Танцы народов мира, духовные и голосовые практики, коучинг и психология, народные ремесла, женские практики. Кроме того, на фестивале можно будет научиться основам целительства и йоги, а по вечерам здесь будут выступать различные фолк-группы.